Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы представляем вашему вниманию одушку Лори «Водяной цветок» 10 мл. Латвийские одушки пользуются спросом и популярностью на мировом рынке уже достаточно продолжительное время. Будучи преемником Всесоюзного центра одушек, латвийская фирма по производству высококачественных косметических одушек была преобразована в самостоятельную производственную корпорацию. Основное предназначение одушек – это придание желаемого аромата продукту, устранение возможных нежелательных запахов, которыми могут обладать отдельные косметические ингредиенты. Латвийский производитель Лори не только производит ежегодно большие объемы одушек и успешно продает их по всему миру, но и в отличие от многих других производителей располагает собственной современной научно-исследовательской базой. Преимущество применения одушек в Латвии таково. Высокий мировой рейтинг продукции, контроль за качеством производимых отдушек, современное оборудование и методики производства, возможность выбора в одном тематическом направлении нескольких вариантов аромата, естественность аромата, стойкость, экономная дозировка ввода. Сфера применения такова. Мыло ручной работы, аромамедальоны, твердые духи, шампуни, дезодоранты, спреи для тела, свечная продукция, освежители воздуха, бытовая косметика. Вот такой бутылочке мы отправляем одушку «Водяной цветок» нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!